Всем привет, дорогие подписчики и просто зрители моего канала. Сегодня решил заняться ремонтом прибора 1.0V. Долгое время он у меня простаивал. В нем была блуждающая неисправность. Периодически пропадал сигнал настроен. В общем, путем проверки поблочно при помощи вот этого вот переключателя и данного микроамперметра был выявлен неисправный блок 1.1M. Значит, решил я все это дело сегодня поремонтировать. Неисправность оказалась, в общем-то, такая несложная. Единственное, было достаточно проблематично выявить ее. Долго я тут ковырялся с этим прибором. Вот он, значит, этот блок злосчастный. Здесь есть такие вот гнезда для контроля сигнала на смесителе. На гнездо 1 должно подходить от 9 до 13 МГц в зависимости от выставленного переключателя V2. Вот этого вот. А на гнезде 2 должна меняться подставка либо 40, либо 45 МГц. В итоге подставка на гнезде 2 присутствовала, но только 45 МГц, 40 отсутствовало. А на гнезде 1 вообще не было ничего. Глянув схему, я пересмотрел все эти каскады формирователи сигнала, то есть все как бы нормально было. И вышел я на вот этот вот транзистор. Это транзистор Т5, если смотреть по схеме. На базе его присутствовал, в общем-то, сигнал полезный, а на коллекторе не было ничего. И что меня смутило, на его выводах, на коллекторе и эмиттере, были напряжения, не совпадающие с картой в описании таблицы напряжений. На коллекторе было у нас минус 9 вольт, а на эмиттере было где-то 3,5 вольта. А на эмиттере вообще по схеме как бы быть ничего практически не должно. 0,2-0,3 вольта. Это по постоянному току. В итоге, после пропайки этого транзистора, все заработало. Так что не всегда бывает как бы качественный монтаж даже такой вот техники. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. 73.